Итак, всем здравствуйте, дорогие мои друзья, с вами Дар Риди, как всегда. Сегодня поговорим об игрушке «Елки» 1914 год. А игрушка, видимо, у вас нету по фильму, но я не знаю еще. Давайте уже разберем. Так вот такой летчик Иван. Разрешите представиться, летчик-инструктор Иван Филипченко. Пришла пора отправиться на 100 лет назад и узнать, какие тогда были елки. Первая остановка — Петроград. Собирайте одинаковые фишки по 3 в ряд. Вот я притаскиваю, да, собрал коньки. Собирайте игрушки из списка желаний, чтобы упаковать подарок и пройти уровень. Так, нужно, значит, зеленые собрать. Упакуйте подарки до того, как закончатся ходы. А у меня 23 хода. 23 хода. Все, мы упаковали, прошли список. Праздник удался. Уровень пройден, вы собрали все подарки в срок. Так, далее. Нажмите сюда, чтобы запустить уровень. Так, уровень 2. Так, единственное, давайте отключим музыку. Ну-ка, тут какие-то два сообщения. Как? Любезнейший, как мне... ну ладно. Нажмем на 2. Так, это поле таит много сюрпризов. Собери цепочку из 4 фишек, и хлопушка появится на поле. Ага, вот она, хлопушка. Скомбинируйте хлопушку, чтобы собрать весь ряд игрушек. И вот она, хлопушка. Нам помогает взорвать поле. Нравится хлопушка? Впереди еще много новых чудес. Так, что же надо нам зеленый собрать? Так, мы зеленый соберем. Праздник, друзья, пишут уровень 2 пройден. Жмем далее. Так, у меня 35 ходов, список желаний, паровозиков 8 нужно собрать. Собрать цепочку из 4 фишек, и хлопушек появится на поле. Так. Вот из 5, и вот такая вот хлопушка. Она крутая. Скомбинируйте хлопушку, чтобы собрать 2 ряда. Вот такая хлопушка. Список, новый список желаний. Попробуйте скомбинировать форму Т. Скомбинирую форму Т, и появится вот такая хлопушка. Хлопушка может собрать фишки вокруг нее. Вон на чем. Не, крутая игрушка. Кстати, вот я играл в Сокровище пирата, мой зять играет в Сокровище пирата. И, честно говоря, ему уже поднадоело. Это более... Мне вот это больше понравилось, она более яркая, более красочная, более интересная. Более такая, как она, живая, более... Описать нет, да, так, конечно, крутая, но больше игроков. Ну, мне кажется, со временем вот это станет лучшей игрушкой. Реально крутая. Так, сейчас... Так, нужно собрать желание, сейчас соберем. Все, мы собрали список желаний, и праздник удался. Окей, жмем далее. Составьте 5 фишек в ряд. И вот такая елочка появилась. Соедините хлопушку с любой фишкой, чтобы собрать все фишки того же цвета. Все зеленые собраны. Комбинируйте всевозможные хлопушки, чтобы получить невероятный эффект. Можно, то есть, комбинировать с другими хлопушками. Будет более крутые эффекты. Так, что мне тут надо? Еще коньков мне нужно собрать. Так, ну-ка, что я смогу из белых или что-нибудь собрать? Такое интересное. Ну вот, автоматические задания выполнены. По-другому никак. Так, смотрите, у меня уже 5 уровень. Это потихоньку иду. Вот еще уровни, вон они, видно. Вот тут церковь. Так, вот эти я прошел. Вот у меня новый. Ну-ка, я хочу, знаете что, звуки. Саму музыку хочу убрать. Да, мне вот так будет лучше. И тут что-то у нас такое, новости какие-то у нас. Елки аппарат, елки лохматые. В
кино с 29 января. Я, кстати, не смотрел, надо посмотреть, у меня сестра ходила, ей понравилось, а зятю нет. Я, честно говоря, надо посмотреть. Да, я посмотрю, блин. Сегодня же Новый год, по идее, сегодня мы посмотреть, но мне некогда, ладно, но я обязательно посмотрю. А, так, есть сообщество. А, общество новости, общие конкурсы в группе «Елки 1914». Вступить и получу 150 золотых. Конечно. Конечно, вступим в группу. Так, получили 150 золотых. А, сколько стоит? 200 монет, 0. В банке можно купить валюту, вы получите 200 монет в подарок. Все, купил валюту, получил 200 монет в подарок. Круто. Следующее я уже за 5 голосов смогу 200 монет купить. А, есть даром, короче. Ладно, пока не будем. Так, 5 уровень. Фишки заморожены. Заморожены. Соберите цепочку, лед исчезнет. Так, мне надо еще 8 льдинок собрать. А, ну, точнее, разморозить их. Так, надо зятю посоветовать. Мне кажется, ему понравится эта игрушка. Реально крутая игрушка. Крутая игрушка. Ладно. Все, мы выиграли. И праздник. Наш праздник удался, это круто. А, уровень 6. Чтобы собрать мандарин, нужно опустить его вниз в поле. Ракета может помочь собрать лишнюю фишку. Давайте ракету попробуем. Эта линия мешает собрать мандарин. Нажмите, чтобы сработала ракета. А леденец соберет любую фишку или растопит лед. Давайте растопим лед. Все, растопили лед. Мало нужных фишек. Мало нужных фишек. Используйте перо жар птицы. Нажмите, на шарик появится на поле. И вот нужные фишки появляются. Круто. Круто тень. Давайте попробуем собрать, раз уже есть. Все, мы выиграли. Выиграли. Уровень пройден. Так, далее. Уровень 7. А, соберите за 20 ходов и подарок получу. Вам помогут чудеса. Попробуйте пройти более сложный уровень. Так, вот я должен 20 таких штук разморозить. А, без проблем вообще. Так, я, кажется, ошибся. Тут так хорошо у меня получалось. Могло бы получиться. Так. Так, какой же это все-таки пустяк? Так, лай, кого хочешь, выбирай. Амбарцумян есть такой человек. Так, ладно, я что-то отвлекаюсь, это плохо. Так, мне нужно собрать еще 6 единок. Что все прошли уровень. Да, это уровень не сильно легкий, но не сильно. Татьяна, совсем скоро наступит Новый год, где же праздничная елка? Не поставлю елку до тех пор, пока в городе не хватит подарков на всех. Не могу праздновать, пока кто-то страдает. Дура. Она, получается, совсем праздновать не будет. Не бывает такое, чтобы всем было хорошо. Я соберу подарки, чтобы в каждом доме наступил праздник. Ну давай, отчаянный мальчик. А мальчик-зайчик, играем.
Честно говоря, да, он молодец. Не слушайте меня. Он правда герой. Геройчик. Так, мне надо мандарин вниз опустить. И поэтому... Поэтому мы должны что-то предпринять. Вот, все, опустили мандарин вниз и тем самым прошли уровень. Так, уровень 9. Соберите за 24 хода и получите подарок. Так, нужно 16 разморозить льдинок и 15 зеленых собрать. Я думаю, мы справимся. Тут хорошее поле, тут будет все взрываться. Так, блин, почти пятерочка, да? Четверка, блин. Как бы сделать-то так? Интересно. Так, и нигде нет пятерок до сих пор. Чтоб такое вытворить-то. Да, вот оно. Так, ну вот такая вот игрушка. Классно, классно, мне понравилось. Прям игрушка. Безделушка. Так, ладно. Игрушка, правда, интересная. Я вас не обманываю. Можете сами... Ну, как вы видите сами, игрушка классная. Так, что-то у меня как-то не клеится. Последнюю осталось как растопить или разбить, и я ничего не вижу. Так, вот зеленую надо отпустить, опустить. Бам 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 пам пам пам. Да, бред какой-то. Так, что же мне делать, как мне быть, как ее мне полюбить? Ну, я тут что-то в растерянности. Давайте петушка возьмем уже. Петушок рулит. Разруливает. Так, заходите в игру каждый день и получайте подарки. Окей, первый подарок мне какие-то снежинки дали. Не знаю, что такое, но мне дали снежинки. А зачем нужны деньги? Я думаю, тут есть магазин. Восполнить за 195 снежинок. У меня 6 снежинок. То есть я могу еще раз 6 раз сыграть. Давайте последний раз сыграем. 10 уровень. Посмотрим, что будет. Так, конечно же, играем. Две мандаринки нужно отпустить вниз. Так, начнем с этих. Мне нужно бонусы собирать. Как можно больше. Как можно больше. Собрать. Вот она, пятерочка. Круто. Давайте же взорвем всех фиолетовых. Да, и мандарита наша падает первая. Еще одна осталась. Вот так. Так вот. Как-то так вот. Так. Продолжаем играть. Эту игрулю. Так, что же мне тут сделать-то нужно-то? Что-то мне не клеится.
Так, сейчас получится эффект интересный. Так, маленько не так сделано. Давайте вот так попробуем. Два хода осталось у меня. Давайте петушка воспользуемся петушком. Все, победили благодаря петушку. Мне нужны еще петушки. Два петушка за 160 монет. Да, покупаем. Не, не будем покупать, потом я еще куплю. Все. Все круто. Так, ну вот такая вот игрушка. Под названием «Мелкий 1914». Очень интересно. Обязательно поиграйте. Крутая игра. С вами был Дар Риди. Подписывайтесь на мой канал, на канал моего друга. У него классные флеш-игры. Заходите, не пожалеете. Просто приятно проведете время. Правда, классные игрушки. Обязательно посетите канал. Будет ссылка в описании фиолетовым светом. Вот туда тыкните и сами все увидите. Все, всем удачи, всем пока, ребята.